И три еврея старых, они стоят, вы знаете, это великое. И у меня даже в книге в последней. Они, видите, они старые. Ой, какой я старый. И это что ж мне, я вот сейчас сяду в самолет, я полечу на историческую родину, вот туда. Вот я упаду на ту землю, я лягу на ту землю, на моих мертвых, да, на нашего. Я туда. Говорит, а нет, а я хочу свою станичку, я хочу вот эту свою черту оседлости, свой поселочек, такое маленькое кладбище, там все мои. Просто я туда пойду и лягу на своих мертвых. А я лягу на Марию Ивановну. Скажу. Минуточку. Мария Ивановна же жива. Вот.